Всем привет! Мы на канале Полина ТВ. Полина заболела ветрянкой. Она якобы спит, а мы сейчас подкрадемся. И Полина! Эй, очнись! Очнись! Вот она улыбается, она не спит! Привет, привет! Привет! Как у тебя дела? Хорошо. Ты заболела ветрянкой? Да. На лобике? Да. Что да? На шейке. На шейке, на ручках вон. И на ножках. И на ножках. И ты везде заболела и тогда? На спине. У тебя ветрянка. Угу. Но это же вылечить можно. Да, через 10 дней. Через 10 дней? Да. Ты своим подписчикам скажешь через 10 дней, да? Да. Как у тебя прошло все? Всё и потом хорошо. Пойдем на гимнастику, на да. тренировку. На английский. На английский. В садик. И на хореографию будем и ходить. Садик. И даже в садик. Ну, выздоравливай, доченька. Ну, да. И все заболели ветрянкой, отмени утренник, закрыли нашу группу. А почему закрыли вашу группу? Потому что... Мы болеем ветрянкой. Много детишек болеет ветрянкой. Много детишек, да, заболели да. ветрянкой. Ой, беда. Я вижу. И все подписчики будут видеть твою ветрянку. И вот ногти накрашены. О, а ногти тут при чем? И телефон красный, и мои ногти красные. Поэтому ты накрасила ногти красным цветом, да? Потому что у тебя телефон красный. Да. Ну хорошо, доченька. Выздоравливай, любимая моя. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.